Здравствуйте, дорогие садоводолюбители. Сегодня 12 апреля 2021 года. Вот пришла вторая посылка из интернет-магазина «Подворье», город Москва. То есть в этом году я у них не так много роз заказывала, всего две. Одна мне уже пришла, Апачи, это почва покровная. И вот вторая роза, это роза «Либертас», плетистая роза. Вырастает она, как заявлено, до 2-3 метров. Цветение у нее с июня по октябрь. Но когда я ее видела в Ютубе, я просто влюбилась. Такое обильное цветение, хотя цветочки у нее простые, не очень крупные, но такое цветение, что даже листьев не видно. Правда, это видео было из Германии, поэтому не знаю, как она у нас себя поведет. Но будем надеяться, что она достигнет своих размеров. Как всегда, все хорошо упаковано за счет вот этих шариков пенопластовых, ничего не болтыхается. То есть даже, вот видите, проросшие отростки, ничего поломанного нет. Специально не убирала, просто открыла пакет, чтобы показать. Качество мне понравилось. Ничего черного заплесненного нет. Корневая система влажная. Вот у них какой-то субстрат специальный для таких саженцев идет с открытой корневой. Сейчас я это все вот когда вытащу, просто замотаю в пакет целлофаны, чтобы роза 2-3 дня отдохнула, пришла в себя. Потом уже буду прикапывать старую ванну. У меня для этих дел специальная ванна старая. То есть до высадки в грунт я буду держать пока вот в гараже, в холодном, прикопанную в землю. То есть ни в какие горшки сажать не буду. Эта роза стоит 795 рублей. То есть цены в Подворье, конечно, в этом году взлетели до небес. И поэтому как бы оригинальные саженцы очень дорого стоят. Но когда я ее увидела, в других питомниках уже не было. В каталоге были уже пустые. Поэтому, сильно влюбившись, вот заказала я ее, купила. То есть пошлась она мне в 995 рублей вместе с расходами по почте. Ну что не сделаешь ради красоты. То есть вот, ну, никаких придирок, никаких претензий. Саженец здоровый, зеленый, росточки не сломаны, сильно не проросшие. Что вот еще скажешь? Ну, молодцы. Только вот цена, конечно, очень сильно отличается. Ну, вот такая она красота. Надеемся, что она у нас приживется, покажет себя с хорошей стороны. Впереди очень много работы. То есть вот в последнее время мне очень понравилась роза простушки, потому что вот обильность их цветения. И цветочки вроде простые такие вот, но красота по-своему как-то в них присутствует. Очень нравится. Ну, сколько еще почечек там хорошеньких. Ну, такие саженцы приходят из интернет-магазина «Подворье». То есть молодцы. Всего доброго, до свидания.